Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня у нас снова летсплей по танкам. И буду я играть на танке Т-34. Это американский премиумный танк, который хорошо фармит. Как вы видите, у меня серебра почти что нету. И как раз время пофармить. Так, посмотрим, куда мы попадем, какие тут бои будут. То есть я записываю все бои, даже неудачные. И, в общем-то, вы сами понимаете, что может произойти что угодно. Может и вниз кинуть, может и кинуть в топ. Итак, первый бой. Карта Малиновка. К счастью, немного у нас девятых уровней. Ну, в плане того, что чем меньше танков выше уровнем, это лучше. Конечно же, вы это все знаете. Одна арта, это тоже неплохо, только вот топы у нас довольно печальные, особенно. Ну, в принципе, посмотрим, как они будут действовать. Может быть, я не прав, и статистика не так уж и важна. Так, кто тут у нас может посветить? Т-71. Не знаю, будет ли он светить, но я, пожалуй, лучше отправлюсь налево. Хотя да, Т-71 поехал светить, это, в принципе, хорошо. У них, правда, тоже есть светляк. И довольно опасный. Но в плане того, что он скиллованный и наверняка тоже за свет будет делать. Но пока что его что-то не видно. Интересно, у нас Т-71 светит. Вообще остановился там. Ну, в общем-то, ладно. Он слишком неглубокий засвет делает. О, пробил. Ну, хоть что-то, в принципе, фошика хорошо продамажили. Хотя Т-71 он все-таки мог бы и получше изначально посветить. Там как раз всякие медленные танки, типа Лев и Т-34 разъезжались, можно было по ним пострелять. Ладно, я отсюда выезжаю. Смысла, я думаю, ехать тут нету. Хотя подождите-ка. А Т-15? Что-то не видно. А он... О, отлично пробил. О, французская ПТ еще там. Ее видно, она откатывается назад. Сейчас попытаюсь кинуть. О, неизвестно, попал ли. Но вроде попал. Я даже не знаю, может еще... Может быть еще пострелять. Тут я жопой танкую. Но я не в засвете, и вряд ли кто-то тут сможет меня засветить. Интересно. А, это АМХ-1375 светит там по воде. Сделали в новой версии этой карты такую вот лазейку, честно говоря. Мне она особо не нравится. Фош снова засветился. Ай, смедленно слишком. Ну ладно. Снова от Т-15 светится. Это я уже его не пробиваю. Там сверху целая толпа тяжей уже с горы скоро будет спускаться. Так что я лучше туда поеду, помогу там, чем смогу. В принципе, три раза я уже попал. Уже неплохо. Для 3-4. Главное хотя бы пробивать, ну то есть попадать, потому что возможностей у этого танка именно на этой карте не так много. И каждое тут пробитие очень помогает заработать больше серебра. Вот как-то так.
Так, там М103. Лучше заряжу голду, потому что его, в принципе, не так уж и легко пробить. Так, отлично, ПТ-шку уничтожили, там даже 2 М103. Эх, хотел через ГСУ пробить, но не подфартило. Опять танкует башни свои. Так, странно, почему я не попал. Тут он высунулся уже полностью. Сложно их пробить, конечно. Ну, попытаются как-нибудь. Да, не пробил. Ну, отлично. Хотя бы что-то уже. Честно говоря, не знаю, не думаю, что мы в этом бою сможем выиграть, хотя кто знает. Может быть и сможем. Блин. Главное лично для меня нанести побольше дамага. Ладно, я, пожалуй, ББшки включу, потому что все равно не попадаю. Только деньги зря трачу. В целом, в уязвимые места я пробиваю нормально. Так, отлично, полёв и попал. ФЦМ что-то там с деревни рашит. В целом тут поддержки немного. Ой, блин. Надо этому ФЦМу все-таки накинуть как-нибудь. Так, отлично. Ну, мы тут проигрываем, правда. Что поделаешь, такое уж соло рандом. Тут особо мне нигде и не спрячь. Не спрятаться. Так, надеюсь, помогут мне снизу там. Хотя, по-моему, им уже помочь нужно. Так, на тебе. Надо бы вниз съезжать. Да, он там, блин, поехал. Ладно, сделал все, что смог. Но, видимо, этот бой не втащит никак. На тебе. Ну, давайте, блин. Ну, 3452 в целом. Неплохо. Для 3-4 к тому же. Да еще и не в топе, да еще и на Малиновке. Хотя там я, наверное, еще один раз вслепую попал. Так, ну подождем, наверное, посмотрим, чем все это закончится. Ну, конечно, ясно, чем это все закончится. Изначально у нас топы не самые такие опытные были. Совершили много ошибок.
просто набросились. В целом мне сейчас 3-4 нравится. Она довольно-таки стала точной. Часто стал на ней попадать даже с очень большого расстояния. Раньше было, конечно, посложнее. Фармит она, в принципе, нормально, но, конечно, когда дело касается именно быстрых атак, то 3-4 очень сильно проигрывает другим танкам. Так, 3800 я настрелял. Ну, в целом нормально, неплохо. Давайте еще один бой. Если он будет выигрышный, хороший, то может быть потом еще один. Так, попадаю к десяткам. Тут, конечно, сложно пробить некоторые танки. Е100, 110-ка. Ну, остальных, в принципе, я шью нормально. Я, наверное, поеду направо и там попытаюсь как-нибудь уже от башни поиграть, скорее всего. Мы посмотрим, что там будет. ПТ у них всего одна. Ну и она довольно опасна для меня. Плато я, честно говоря, не люблю. Да и на 3-4 там довольно плохо можно пострелять. В целом, конечно, тут нужно очень осторожно играть, не подставляться. Любая тут ошибка может стоить жизни. Ну, в общем-то, СТ-шки у нас, наверное, займут сейчас плато. То есть плато, блин, штаны. Но у них там тоже СТ-шек немало. Еще Хэвик туда поехал. Да и Леон вообще. Ему уже дали один раз. Е100. Да ё-моё, куда он меня пробил? Офигеть, я на полсекунды высунулся. Теперь вообще особо не подставляешься. Ладно, попробую сменить позицию. Это, конечно, было рискованно немного, но ладно. СТ-шки там дают сейчас. Четверка должна спускаться. Блин, ладно. Пока что я в этом бою вообще ничего не сделал. И, в общем-то, это меня не радует. Только от Е100 отхватил. Да блин, рикошет от чего-то.
Надо попробовать поесть 100, наверное, пострелять. Он уже сюда свелся. Так, неплохо. Хорошо, что у меня башня непробиваемая, так бы отхватил бы. Он уже сюда свелся. Он поеду вперед. Промазал. Да блин, у него что там, когда 15-5 секунд, что ли? Как он так, блин, быстро стреляет? Или это у него он стрелял? Я не понял вообще. Ну, в общем-то, в этом бою я ничего не сделал, но, в принципе, как и всегда. Да, забери меня. Блин. У нас еще там базу. Могут взять, хотя нет, там ПТшки. Но вот в целом, в принципе, победа — это тоже неплохо. Он в прошлом бою пострелял, конечно, побольше, но там и условия были получше. Тут прям вообще у Е100, наверное, там, не знаю, вообще не автоприцел какой-то. Сразу как высовываешься, он, блин, бьет вообще не сводясь. Хотя с новой точностью это вполне нормально. Мне бы хотя бы разок еще выстрелить. Но это вряд ли я смогу сделать. Странно, я почти еду как Т-57 Heavy. То есть по скорости. Мне осталось ту карту найти где-то тут. Она должна быть. Холодильник далеко не уедет. И, наверное, сыграю еще один бой. Потому что этот какой-то отстойный. Надеюсь, в топ хотя бы закинет. Вон арта. Но мне она не достанется, хотя... Так, по-быстрому базу взять и все. Опять же, возьмут ее без меня. Хотя еще доеду, возьму пару очков себе захвата. Что, в принципе, лишним не будет. Двойка мне помогла еще больше очков захвата получить. Ладно, давайте еще один бой. Снял звезду, не самый лучший. Два выстрела за бой. Ну, конечно, не очень вообще. Ну, в принципе, 50 тысяч нафармил. Правда, голдой очень много стрелял.
Так, священная долина. Хотя бы не так много девяток. А карта в целом для 3-4 неплохая. Тут много всяких холмов, что позволяет играть от башни. Вот я, например, поеду направо туда вот. И, в принципе, там можно отлично пострелять. Всем советую всегда на 3-4 ехать именно на холмистую местность. Там у этого танка есть преимущество. В целом эта карта, она довольно открытая и, в общем-то, не так много тут мест есть, где можно действительно хорошо пострелять на 3-4. И вот как раз вот это направление, это одно из этих мест. Нет, 50-100, я с тобой не поеду. Куда бы ты там ни отправился. В принципе, можно бросать вот вообще вот это все направление. Есть такая тактика. Потом просто нужно всех тут уничтожать быстро и возвращаться, и уже обороняться от тех противников, которые приедут с другого фланга. Карта, она не такая уж и большая. Ну, тут, в принципе, недолго вернуться. Наверное, стоять тут не буду, потому что и так 3-4 танк не очень-то и быстрый. Лучше сразу там попробую танковать башни, арта. Всего одна арта. В общем, она не так опасна. Хотя, если попадет, то может снести даже косарь. Так, у нас две ПТшки тут. Нет, одна ПТшка. Фердинанд пока что там стоит. ФЦМ, Пантера. Супер першинг, в общем. Так, 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 так. Так, отойди. Блин, вот этот ФЦМ. Отойди. Фу, да. Никогда так не играйте на ФЦМе, пожалуйста. Это не танк, который должен ехать впереди всех. Он сейчас закрыл своей тушкой, я мог бы выстрелить. В общем, непонятно, как у него вообще получается играть на FCM. Вернее, вообще не получается. Три-четвёрки. Две ПТшки. Вот сейчас 3-4 мы чуть не зарядил. Так. На тебе. О, сушка высунулась. Так, шот. О, мы уже побеждаем. Ну вот, посмотрите, это ФЦМ, я говорил, вы не судите прям меня строго, но он столько ошибок совершает, что просто жесть. Что просто нереально, нельзя так на ФЦМе играть. Как-нибудь покажу, как на нем нужно играть, может быть, даже летсплей запилю. Но, на самом деле, я сейчас сам на нем не так много играю, потому что с новой механикой именно то, что раньше можно было сделать, то есть выстрелить быстро и уехать, сейчас на FCM сделать довольно сложно. 3-4 сразу видно, она неплохая, выцеливает слабые места. Перш, ты что делаешь? Пушкой что-то там, блин, вытворяет. Думает, это его спасет. Но нет, это ему не поможет. Yeah.
На тебе. Ну, он корпусом. Или что? Или в башню попал. Ну, сразу видно, если выцеливают башню, это видно. В принципе, еще пару шотов, может быть, и сделаю. Отлично. Лучше, если есть возможность 3/4 стрелять в ее картонный корпус. Потому что он пробивается довольно легко. Как вчера я такой мультик смотрел, где там французы подарили американцам свою супер броню. И американцы сделали именно корпус из этой французской брони, а башню оставили из американской. Так, ладно. Ладно. В принципе, и так неплохо. 3000 дамага. Вот как вы можете видеть на таких картах, как я все и говорил, отлично можно тут было танковать башней. В общем, хорошо. Вполне пострелял. Еще раз хотел бы напомнить вам, что это Let's Play, то есть я записываю все бои, которые получаются. То есть второй бой неудачный, первый нормальный, вот этот, в принципе, довольно удачный. И победа, и дамаг тут есть, и голдой не стрелял. В общем, это именно рубрика для тех, кому нравятся Let's Play прямые, без вырезания всяких там моментов, показывания только удачных боев тут все. Как это говорится, все как есть, в общем. Показывается именно реальность.